Меня зовут Андрей, это Женя, это Катя и это Лиза. И мы все вместе студенты Института экономики и менеджмента. Да нет, я тебе говорю, что ты не права. Нет, ты не права. Я говорю, что должно быть так, как я говорю. А давайте пойдем проверим. Девочка, которая махает флагом. Да. Так, у меня вопрос. Тебе нравится НАУ? Да, конечно. Почему тебе нравится НАУ? Потому что здесь замечательные люди и хорошая атмосфера. Хорошо. А почему именно ты поступила в НАУ? Потому что я поспорила с братом, что я поступлю в НАУ. Он поступал на 5 лет раньше и не поступил сюда. И я с ним поспорила. Я выиграла, как видите. Молодец. А что выиграла? Шоколадку. Шоколадку? А какую? Черную, белую, шоколадную? Ой, молочную. Можете сказать, пожалуйста, а что для вас НАУ? Ну, как и для всех, это огромная часть жизни, студенческая, получение образования, вот, и также отличное проведенное время. Надеюсь, это просто не пришло. Спасибо вам большое. Всем привет! Меня зовут Андрей, и я не пью уже 3 дня. Нет, надо же. Можно сказать, не мальчик. Все дороги ведут в НАУ. Знаете это, ребят. И не дорога. Хочу передать маме привет. Мама, привет. Я там в камере. Теперь мы знаем, почему студенты поступают в НАУ. И можем вас уверить, во время съемок никто не пострадал. Ребят, у меня не слишком много на видео было.